Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nixon Play. К сожалению, человек, который забрал промокод в прошлом видео, не отписался мне в комментариях, поэтому мы не узнаем самого проворного и внимательного подписчика. Думаю, ничего страшного. Тем временем, новая неделя и новый розыгрыш. Эти вещи дали Макрос, Татарин и Ветер перемен, сервер Ру3. И кучу магазинов прилетело от Чизи, сервер ЕУ1. Спасибо вам за поддержку канала и братьев сталкеров. Для участия в розыгрыше нужно обязательно быть подписанным на канал. Подписку я проверяю и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 27 мая. Неоднократно под видео я встречал комментарии о том, чтобы я снял фарм ведунов в лаборатории. Что ж, пора нам туда заглянуть. Устраивайся поудобнее, приятного просмотра. Сама лаборатория, в которой я фармил ведунов, находится в квадрате I24, локация окрестности Любич. Фармить их там несложно, вся сложность заключается в том, чтобы туда попасть. Для этого сначала тебе потребуется боевая паучья железа, чтобы растворить паутину на воротах. Затем возобновить подачу питания в электрощитке. Для этого тебе потребуется одна электродеталь и 3 провода в изоляции. Ну а чтобы попасть уже на нижний уровень этой самой лаборатории и фармить там ведунов, нужно, чтобы у тебя был взят квест «Проникновение». Это один из проходных квестов по цепочке в недрах лаборатории от лагеря Шлеймовича. Без этого квеста попасть на нижний уровень просто-напросто у тебя не получится. И да, после его прохождения хода туда тебе уже тоже не будет. В такой нелегкой ситуации я предлагаю тебе 2 варианта развития событий. Первый – это взять квест и пока ты его проходишь, фармить там ведунов. Что наберешь, то твое. Прошел квест, вышел с лаборатории, продал антигравы ученым и забыл все это как страшный сон. План вроде бы хороший, но когда ты пойдешь туда по квесту первый раз, то толковой прокачки охотника, в том числе и обыска, у тебя не будет. А это значит, что антигравы тебе будут выпадать очень редко. Для того, чтобы хоть как-то выровнять эту ситуацию, тебе понадобится премиум статус. Он очень хорошо влияет на добываемый из мутантов лут. А благодаря мне ты сможешь получить его совершенно бесплатно. Просто вводи промокод Nix на меню игры и забирай подарок себе на аккаунт. Причем совсем не важно, где ты играешь, Steam, VK или Launcher, промокод работает на всех серверах. Не упусти эту уникальную возможность, только учти, что время использования промокода ограничено. В моем случае, за время, пока я лазил по лаборатории и выполнял квесты, я собрал 2 антиграва альфа и 1 антиграв бета. Напомню, что лазил там просто по квесту, а не целенаправленно фармил. Лутал я всех убитых мною ведунов, и уточняю, что это было без прокачки, но с премиум. Без него бы было, наверное, еще меньше. Второй способ – это если взять все тот же самый квест проникновения и не проходить его, а пойти делать, например, другие квесты, фармиться и качать своего персонажа. А вот уже когда наберется нужный уровень для того, чтобы вкачать ветку охотника, это примерно 50-й, и это с учетом того, что ты не будешь качать ветку переносимого веса и бега. А вдобавок ко всему этому придется обыскать еще 1000 мутантов и разделать 1000 мутантов для получения ачивок охотника и что в ваших карманах. Без них ты просто так охотника не вкачаешь. И только потом уже идти и пытаться фармить ведунов в лаборатории. Этот способ я, конечно, не проверял, но мне кажется, это то еще извращенство. Второй способ, возможно, и кажется весьма неплохим. И скорее всего антигравы будут падать чаще. Но стоит ли игра свеч? Антигравы будут падать чаще, но не выше модификации бета, так как там спавнятся в основном слепые ведуны, и редко простые ведуны попадутся. А в случае, если ты специально остановишь выполнение цепочки этих заданий, то ты заморозишь себе большое количество полученного опыта и награду в виде М16А1 за задание, которую ты можешь продать за весьма внушительную сумму и заработать. А стоит ли вообще заниматься таким садизмом и ради чего? Ведь на других локациях полным-полно другого фарма, более профитного, о котором я рассказываю на своем канале. Качайся и иди фарми себе на здоровье. Мое мнение таково, что не стоит мучить себя и лишать опыта и денег в начале игры из-за обманчивого вида фарма. Но будешь ты там практически один, редко-редко к тебе заглянет какой-нибудь сталкер и то по квесту и не будет мешать в фарме. Но я уверен, ты не нафармишь там золотых гор, поэтому стремиться к этому сомнительному способу я бы даже и не стал. В любом случае, выбор будет за тобой, ведь теперь у тебя есть оба расклада. Как поступить в сложившейся ситуации, выбирать только тебе. Не переживай, сталкер. Выбор, сделанный самим собой, никогда не может быть неверным. На связи был Nixon. Обязательно подписывайся на канал и пиши комментарий. Твоя оценка очень важна. Она мотивирует и поднимает мое настроение. Не скучай. Увидимся в зоне, брат сталкер. Иди, не мозоль глаза.